Стерилизацией или тренингованием обычно называют определение направления на объект через угловые координаты. В морской и авиационной навигации слово «пеллинг», как правило, имеет то же значение, что и слово «азимут». Радиопеллингом называют процесс определения направления на источниках излучения радиоволн. Также пеллингация может осуществляться с применением оптического и акустического метода. Возможность определения пеллинга объекта обуславливается его контрастностью на окружающем фоне или различием физических свойств объекта по отношению к фону. В настоящее время наибольшее распространение получил метод радиопеллингации, различаясь пассивное пеллингование, при котором используется естественная контрастность пеллингуемого объекта, которым может быть, например, радиостанция или радиомаяк, и активное, когда объект облучается электромагнитными или звуковыми волнами. Наблюдается охлаждение и излучение. Пеллингование широко используется в авиации и на флоте, как средство воздушной и морской навигации. Основными являются следующие способы радиопеллингации. Амплитудный, при котором направление на пеллингуемый объект осуществляется по максимуму или минимуму амплитуды принимаемого радиосигнала. И фазовый метод, при котором прием сигнала ведется на разнесенные пространства антенны, стабилизированные в основных частях. Измеряемая величина в данном случае является разных фаз, принимаемых антеннами сигнала, которые зависят от угловых координат объекта. Принципы пеленгации используются в системах предупреждения столкновений воздушных и морских судов, в системах наведения оружия, управления полетами и посадками самолетов.